Три здания бывших детских садов в Йошкар-Оле могут вернуться в систему образования. Счетная палата республики предложила федеральным ведомствам вернуть занимаемые ими здания дошкольных учреждений, либо построить новые. Так, речь идет о здании по адресу Комсомольская, 135А, где сейчас расположено подразделение МВД. Также бывший детсад по улице Чехова, 47, сейчас там располагается казначейство. И третье здание по улице Зеленой, где расположено управление службы судебных приставов. Представители Государственной счетной палаты считают, что подобное размещение ведомств в зданиях бывших детских садов является недопустимым в условиях выполнения требований одного из так называемых майских указов Владимира Путина. Имеется в виду трактовка указа об обеспечении доступности дошкольного образования и возврате в систему образования ранее переданных в собственность иных организаций зданий детских дошкольных учреждений. Отмечается, что в вышеуказанные федеральные органы направлены письма с данным предложением. Впрочем, каким-либо образом прокомментировать эту инициативу счетной палаты в ведомствах пока оказались не готовы.